при очередной печати застрял пруток. Решил разобрать, посмотреть, что там внутри вообще в этом экструдере творится. Почему, может быть, пруток застревать? Может быть, что-то подогнуть, поднадавить, подточить, доработать, чтобы этого не происходило, да? Обидно, когда несколько часов печатаешь, потом просто приходится выбрасывать. Ну вот. Разбирается элементарно, три винта снимается для откручивателя, для того, чтобы снять сам мотор с экструдером. Вот. Два винта откручиваются, чтобы снять движок от экструдера. Ну вот. Застряло, вот видно, что он начинает валиками протачивать проволоку. Вот. Ее раздалбливает. И потом она уже просто не помещается в отверстие, она не может пройти дальше. Причина, почему оно застряло, я не знаю. Скорее всего, грязная нить. Создалось избыточное давление. Не могло продавить. Начал ее точить. Ну, и дальше по замкнутому кругу. Какое-либо усиление делать для того, чтобы он сильнее сдавливал эту нить, нет смысла. Пруток. Вот, нет смысла, потому что давить-то некуда, там все засорено. Вот, сопло 0,4. Возможно, что проблема решится просто увеличением сопла. Но привет ребятам из Creality, их слайсер не умеет увеличивать сопло. При попытке создать нового профиля предлагается вариант с соплом 0,4, а не 0,5, 0,6, ничего сделать нельзя. Приходится вручную там делать, но тогда не прикручиваются откаты, приходится думать о скорости отката, длины отката и прочее, прочее, прочее. Как снять пластину, чтобы вообще весь узел это разобрать, я так и не понял. Есть вероятность того, что нам просто запрессовано какой-либо втулкой. Если кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Все-таки хочется добраться, что же там внутри. Возможно, действительно, все-таки можно как-то это модернизировать. Ну, а дальше сборка в обратном порядке. Ничего интересного.